Здравствуйте всем! Вы смотрите актуальное интервью на телеканале 6ТВ. Сегодня будем говорить о спорте. Недавно в Екатеринбурге прошел Кубок России по тэквондо. И в связи с тем, что спортсмены из Хабаровского края выступили там достаточно успешно, мы решили уделить внимание сегодня именно этому виду спорта. В нашей студии Андрей Ли, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по тэквондо, и Александр Ланшаков, мастер спорта России, многократный чемпион России, победитель первенства Европы. Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем мы будем говорить об успехах нашей сборной, расскажите, что лично вас привело в тэквондо, когда это состоялось и при каких обстоятельствах? Ой, мое знакомство с тэквондо началось с того, что в детстве мне очень нравилось смотреть фильмы про боевые искусства, особенно про Джеки Чана. И я очень просил маму отдать меня на какие-нибудь единоборства. И самый ближайший к дому был как раз-таки наш клуб «Союз тэквондо». И... Все. Вот обычно, когда люди смотрят на что-то, например, по телевизору, они рисуют себе одну картинку, а когда приходят уже познавать это изнутри, так скажем, выясняется, что все совершенно не так. Вот у вас было ли противоречие между тем, что вы себе представляли, и тем, каким на самом деле оказался этот вид спорта? Ну, для меня тренировки с первого дня очень понравились. Мне очень повезло с тренером, с Игорем Юрьевичем Колпаковым. Это по-настоящему профессионал своего дела, и он знает, что как сделать так, чтобы ребенку нравилось заниматься тэквондо. Угу. И с первого дня мне было очень интересно, и до сих пор я занимаюсь тэквондо. Получается, меня дали на тэквондо в 4 года, и на данный момент я уже 18 лет занимаюсь. Угу. Этим видом спорта. Андрей, а ваша история тоже началась с фильмов? Не, мне смотреть нравилось, но драться сам я не хотел. Меня заставили, родители. То есть родители были фанатами фильмов? Различными способами. Придешь, драться пока не будешь, просто будешь ногами махать по воздуху. А сколько понадобилось времени для того, чтобы вы сами прониклись в тэквондо? Да на самом деле быстро. Ну, поначалу я просто боялся получать по лицу. Вот. Угу. Но как-то быстро адаптировался к этому. Стало для этого привычно, и по итогу я за 3 года... у меня сильно хорошо получалось, и за 3 года я на черный пояс уже сдал. Ух ты! А на данный момент вы сколько лет занимаетесь? Больше 20 уже. Угу. А вот действительно говорят, что тэквондо – один из самых безопасных видов единоборств? Это, безусловно, так, потому что у нас спортсмены полностью одеты в шлем, перчатки, на ногах тоже защита. То есть это достаточно безопасный вид спорта, но при этом у нас средний контакт, то есть нет каких-то добиваний. Угу. То есть такие достаточно легкие правила, но при этом эти правила заботятся, наверное, о здоровье спортсменов в первую очередь. Ну, я знаю, очень распространены удары ногами, да, в тэквондо. В нашем тэквондо, наверное, можно сказать, 50/50 работа рук и ног. А какой возраст считается оптимальным для того, чтобы начать заниматься тэквондо? Мы сейчас набираем детей с 3 лет. Угу. То есть для них отдельно идет программа детская, где они осваивают базу только тэквондо. И прям уже основное, наверное, тэквондо такое, оно начинается со школьных, с начальной школы где-то так. Угу. На самом деле, если честно, в тэквондо нет таких ограничений по возрасту. Вот я как раз об этом и хотела спросить. То есть взрослый человек может прийти? Конечно, да? Конечно, безусловно. У нас много родителей, которые подключаются к этому. То есть приводят сначала детей, их это интересует, и они увлекаются этим и сами начинают заниматься. Поэтому в тэквондо нет возрастных ограничений. Угу. Давайте вернемся к правилам тэквондо. Вы сказали, что в принципе все условия такие, чтобы спортсмен оставался здоровым, скажем так, не повредил ни себя, ни своего напарника. Что запрещено в тэквондо? В тэквондо запрещено удары ниже пояса. Угу. И запрещен жесткий контакт, удары с какими-то замахами.
или грязные удары, какие-то удары в затылок, в спину. Uh-huh. Это жестко регламентируется правилами, и за это серьезно наказывают спортсменов. Могут дисквалифицировать. Могут дисквалифицировать. А жесткий удар, где вот эта граница между нежестким, разрешенным ударом? Ну, эта граница в том, что ты должен контролировать свой удар. Mm-hmm. То есть, если ты бьешь с проносом, там, ну, грубо говоря, такими деревенскими ударами, ну, то есть, соответственно, у тебя плохая техника, mm-hmm. и ты не умеешь контролировать mm-hmm. свое тело. Такие удары запрещены. Mm-hmm. Ты можешь бить, на самом деле, жестко, но технично, правильно, и за это у тебя не будет никаких замечаний. Угу. Вот вспоминая все те же фильмы, допустим, с Джеки Чаном, да, и все фильмы, которые так или иначе рассказывают о каких-то единоборствах, там всегда делается упор на характер спортсмена. Ты должен быть сильным, да, стойким таким, иметь такой железный стержень внутри себя. Правда ли, что если ребенок обладает, например, таким меланхоличным складом характера, то ему не стоит заниматься тхэквондо? Есть ли связь в этом? Нет, наверное, потому что вот чем хорошо тхэквондо, то, что у нас есть различные дисциплины. Угу. То есть, если у тебя нет такого прям боевого именно характера, то ты можешь себя реализовать как тулевик. Это технические комплексы, туль. Угу. Это самая база тхэквондо, поэтому можно реализовать себя в этом. Есть разбивание досок. Это тоже отдельная дисциплина, в которой соревнуются. То есть проводится также чемпионат мира, Европы. Есть спецтехника. Это разбивание досок на высоте. То есть в прыжке выпрыгиваешь, ногой достаешь доски. То есть это тоже также отдельная mm-hmm. дисциплина. Помимо этого есть еще командные дисциплины. То есть, ну это, грубо говоря, многоборье. Тхэквондо — это многоборье, поэтому найти себя в этом виде спорта может, мне кажется, ребенок с любым характером и психотипом. Uh-huh. А вы можете сказать о себе, что за какие-то свои личные черты характера, которые сейчас есть у вас, вы благодарны тхэквондо? Александр. В первую очередь это за упорство, наверное, за дисциплину. Uh-huh. Очень, очень помогло мне тхэквондо в этом плане. И особенно тренер мой, потому что без спорта у меня не было дисциплины и не было такого дисциплины не было такой серьезной. Uh-huh. И это мне очень помогает и в учебе, и в школе помогало очень сильно, и просто в жизни. Вот. А вот скажите мне, насколько я понимаю, тхэквондо можно, да, просматривая какие-то статьи про тхэквондо, да, находя какую-то информацию, можно увидеть, что упоминается о том, что тхэквондо существует в ВТФ и МФТ. Что означают эти аббревиатуры? Ну, ВТФ — это тхэквондо олимпийское, угу. То есть МФТ — это вот наше тхэквондо. Разница в правилах. В экипировке, то есть у нас разрешены удары руками в голову, угу. Там они не разрешены. Там у них еще больше защита, то есть там нагрудники такие, угу. Протекторы. У нас их нету. Угу. Ну, то есть, соответственно, правила чуть другие, поэтому и совсем картинка боя, например, она сильно отличается. Угу. Но вообще изначально, чтобы зрители понимали, тхэквондо пошло именно из нашей версии, из МФТ, Международной uh-huh. федерации тхэквондо. Uh-huh. Оно пошло именно из этой, она была одна единая, и потом уже начались там, открыли одну федерацию, еще вторую, uh-huh. третью. И на самом деле федераций много, но самые большие вот федерации — это вот наша и олимпийская. Давайте тогда перейдем к соревнованиям, которые прошли в Екатеринбурге, с которых я начала сегодняшнюю программу. Вы непосредственно были там и вернулись не так давно. И вернулись, я знаю, с успехами, причем с такими, что действительно можно позавидовать. Расскажите об этом. Для меня в первую очередь соревнования — это был опыт, соревновательный опыт. Это бесценный опыт, потому что его можно приобрести только участвуя в соревнованиях. А когда ты участвуешь в соревнованиях такого крупного масштаба, как
Кубок России, на котором было более 1600 человек, то это, безусловно, огромный опыт. И это поможет мне в дальнейшем, в достижении. Но вы ведь уже, стали чемпионом России, чемпионом мира. Насколько для вас важны были вот эти соревнования? Ну, для Александра они в любом случае важны, потому что мы на Александра ставим большие ставки в нашей команде. Угу. Мы хотим, чтобы он также добился международного мастера спорта, соответственно, выигрывал международные турниры все больше и больше. Конечно, здесь с последними ситуациями сложно выехать. Но, тем не менее, проводятся в Ташкенте там международные турниры. Mm-hmm. И это был один из этапов подготовки к такому международному турниру. Mm-hmm. Да, вот Андрей правильно сказал, что это подготовка к дальнейшим соревнованиям. Потому что у нас осенью будет Кубок Азии. Он будет проходить в Узбекистане. В Ташкенте. В Ташкенте, да. Ташкенте, да. И там планируем выступать и выполнять новые достижения. Сколько человек из Хабаровского края были на соревнованиях в Екатеринбурге на Кубке России? 23 спортсмена. Угу. Они все представляли именно наш клуб, союз. Значит, в этих соревнованиях участвовали как взрослые, именно в самом Кубке России, так и юноши, юниоры, дети. Они участвовали в рамках Кубка России, был всероссийский турнир. Угу. Вот, 23 спортсмена, из них, по-моему, у нас только 3 человека без медали, остальные все в призах. Но вы говорили, что в рамках Кубка России, соревнования, в которых участвуют взрослые люди, были еще соревнования, в которых принимали участие юниоры. Да. Вот в эти 23 человека также входили, конечно, и юниоры, конечно, да? Конечно, да. И они тоже выступили успешно? Да, да, у нас юниоры... То есть для юниоров это тоже был один из этапов к первенству России, то есть подготовка. Угу. Скажу вот за моих спортсменов, потому что в основном юниоры были именно мои. Значит, я ставил, ну, немного на этот турнир, потому что я понимал, что у меня сейчас поедут именно молодые ребята, которые едут, грубо говоря, в первый раз на такие uh-huh. большие соревнования, и я не делал ставку на то, что они приедут и сразу победят. Но получилось так, что вот у меня есть такой спортсмен Давид Авдалян. Он сделал, ну, грубо говоря, он меня... Поразил. Поразил в один момент. И потом сразу же успел расстроить, потому что вот я его вез, думал, ну, просто обкатать. Uh-huh. А по итогу он выиграл в первом же бою, наверное, лидера этой категории. Во втором бою он выиграл еще одного хорошего спортсмена. И все, я уже грезил, что мы первое место займем. Но чуть-чуть не получилось. Нас обошел парень с Крыма. Uh-huh. Но я думаю, для него это будет хороший опыт. И... Но он вернулся без медали? Нет, он третье место занял. Но все-таки это, наверное... Нет, это в любом случае. Я спортсмен, думаю, что это очень хороший результат для человека, который впервые... Впервые, конечно. Не, я еще раз говорю, я вообще не делал ставку на то, что он даже до тройки доберется. Но аппетиты растут, и во время соревнований я уже думаю, ну раз мы выиграли самых лучших в этой категории лидеров, почему бы нам и не побороться за первое место? Я думаю, однозначно все еще впереди у этих спортсменов. Расскажите, для того, чтобы добиться таких результатов, сколько времени нужно посвящать тренировкам? Какого образа жизни нужно придерживаться? Мы занимаемся при подготовке к большим турнирам каждый день. Бывает по несколько раз в день. А сколько в среднем длится тренировка? 2 часа. То есть 2 часа одна тренировка и... Каждый день мы готовимся к этим турнирам, потому что реально турниры большие, соперники очень серьезные, конкуренция большая, поэтому приходится каждый день тренироваться, чтобы быть на уровне, ну, и конкурировать с ними. А есть ли какие-то еще ограничения? Там, эти продукты нельзя есть, допустим, спать ложиться в 10 часов не позже, вот что-то такое в жизни есть? Александр, вот расскажите про ваш график. Конечно, тхэквондо – это неотъемлемая часть моей жизни.
И не только когда готовлю к соревнованиям, а и вообще в повседневной жизни. Придерживаюсь, конечно, графика. Ну, не прям строгого, что в 10 я сплю, но стараюсь этого придерживаться. Слежу за питанием, конечно же. И ну, ежедневные физические нагрузки. Тогда дайте несколько советов для меня и наших телезрителей. Что посоветуют спортсмены тем, кто хочет добиться успеха, неважно, в спорте, в работе, в каком-то личном деле? Что вы посоветуете? Я бы посоветовал ставить цель, как бы это банально ни звучало, и идти через нее, к этой цели, через любые препятствия. Ну, вот так я стал чемпионом, так Александр становился чемпионом. Потому что вот когда ты ставишь цель, она тебя мотивирует, ты живешь этим, это как твоя мечта. И я вот помню, когда я выигрывал чемпионат мира, когда я готовился к чемпионату мира, я засыпал с мыслью о том, как я буду выигрывать, как это будет все происходить. Я просыпался с этой мыслью, то есть я прям жил этим. И когда у вас есть такие цели, мечты, я думаю, вас ничто не остановит. Еще очень важно не останавливаться после первых неудач, а продолжать и еще пробовать еще и еще раз. Потому что сразу резко так ничего не получится, и только методом проб и ошибок можно прийти к результату. Большое вам спасибо за эту беседу, спасибо за ту гордость, которую вы дарите нам, жителям Хабаровского края. Сегодня в нашей студии были Андрей Ли, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по тхэквондо, и Александр Лоншаков, мастер спорта России, многократный чемпион России, победитель первенства Европы. На сегодня у нас все. Увидимся скоро.